Космический корабль «Союз» ТМА-18М, на борту которого находится казахстанский космонавт Айдын Айымбетов, в эти минуты приближается к Международной космической станции. Стыковка должна состояться сегодня приблизительно в половине второго по времени Астаны. Как признался сам космонавт перед полетом, к этому событию он готовился давно и основательно, больше 10 лет. Оскар Сергалеев разыскал в архиве нашего агентства эксклюзивное видео о том, как все начиналось. Осень 2002 года. Авиабаза города Талдыкурган. К этому времени 30-летний военный летчик Айдын Айымбетов уже прошел отбор из 2000 кандидатов в строжайшую медкомиссию в Российском институте медико-биологических проблем и стал кандидатом в космонавты. Тогда у него двое детей и зарплата 25 тысяч тенге. Однако никакие трудности не заставили боевого офицера отклониться от главной цели своей жизни. Мечта у меня была стать космонавтом. А дальше уже пошло планомерное достижение цели. Поступление в военное училище. Стал военным летчиком, оттуда подал документы в аэрокосмический комитет. И вот результат всей этой работы. Стать космонавтом Айдын мечтал с раннего детства. И чтобы достичь своей цели, в школе учился на одни пятерки. А позже с отличием окончил высшее армавирское летное училище. Поэтому вполне справедливо, что отчет времени своей подготовки к звездному старту он ведет не с начала нового тысячелетия, когда начинался отбор, а с раннего детства. Мы с ним еще познакомились где-то лет 15 тому назад. Я восхищен его терпением, я восхищен его целеустремленностью. Столько лет, так сказать, настойчивого труда, не изменяя своей мечты, не ушел ни в бизнес, ни куда-то там другие, не будем говорить во власть, а так. А вот он, именно мечта, космос его исполняется. Сейчас, конечно, я буду с восхищением говорить о казахстанском космонавте, который, так сказать, прошел все тернии такие и добился своего. Это здорово. Теперь Айдын Айымбетов, безусловно, войдет в историю как космонавт, который представляет интересы суверенного Казахстана. Оскар Сергалеев, 24 КЗ из Алматы.